На улице еще не вечер, а глядя на эту гламурную девушку, можно подумать, что она идет в ночной клуб. И правда в клуб, но не в ночной. У серебряного призера Олимпиады в Афинах, чемпионки Европы по прыжкам в воду Юли Колтуновой, плановая тренировка в бассейне клуба ЦСКА. Двухлетняя спортсменка родилась в Волгограде. Первоклассницу Юлю случайно заметили в школьном бассейне тренеры по плаванию. Накручивать километры по водным дорожкам ей однажды наскучило. Восхищенная акробатическими номерами прыгунов в воду, она решила испытать чувство полета с вышки сама. Я первое место заняла, вот когда маленькая была, и все. И меня вот, наверное, почувствовала вот это вот где-то, и все, и так вот. В 2003 году юная Юля Колтунова стала участницей чемпионата мира по водным видам спорта в Барселоне. В прессе Колтунову назвали «юной сенсацией». Спортсменка завоевала лицензию на Олимпиаду в Афины, где выиграла свою первую серьезную награду – серебряную медаль. Звездная болезнь. Я даже не знаю, была ли она есть. Ну, наверное, может, когда-то там была. В программе Юлии Колтуновой самые сложные прыжки. Вышки или трамплин для нее значения не имеет. Не, я не боюсь. Ну, когда новые, допустим, прыжки какие-то делают, да, для меня не то, что страшно, ну так вот, ну, немножечко. В обморок люди там падают, ну, сотрясение получают, когда там об вышку, допустим, ну, неудачно, допустим, прыгнут. Я на это как-то не обращаю внимания, это же, как говорится, не со мной. Весной этого года на чемпионате Европы в Турине Юля Колтунова в синхронных прыжках с 10-метровой вышки в паре с Дарьей Говор завоевала золото. Но радость победы омрачили полученные травмы. Поэтому сейчас на тренировках Юля выше 7 метров не забирается. Для меня, конечно, сложно с десятки. Это 3,5 назад. Вот он для меня пока самый страшный сейчас. У нас от спорта постоянно кисти болят. У нас мы перебинтовываем вот тут вот всякими лейкопластырями, напульсниками, чтобы кисти не болели. Юля привыкла справляться со своими страхами. Но, как оказалось, это не самое неприятное для прыгуньи в воду. Волосы у меня аж черные, а когда много, вот уже месяц проходит, когда она открылась, они аж коричневые. То есть вот так вот от хлор, когда вымывает. И кожа очень сухая. У спортсменки по 2 тренировки в день. После первой, как по расписанию, обед в любимом ресторане. Потом отдых в номере гостиницы Олимпийского резерва. И снова в бассейн. Такой график лишает спортсменку многих радостей. Книжка есть какая-нибудь любимая? Нет. А кино смотреть? Фильм, да, люблю смотреть. «Побег из тюрьмы» нравится. Молодая, красивая, полная сил и азарта Юлия Колтунова – наша надежда на Олимпиаде в Лондоне. Серебро у нее уже было. Впереди новая высота – золотой олимпийский пьедестал.